Ирина, поздравляем вас со вторым результатом. Как вообще оцениваете свое выступление сегодня? Ну, нормально, я считаю, потому что дальше в сезоне все-таки не толкала, поэтому для меня это повторение сезонного результата. В принципе, неплохо, я считаю. А какие задачи ставились перед, ну, тренером, перед вами, перед выходом в сектор? Показать результат, который был в сезоне, не хуже. И, естественно, мы рассчитывали на призовое место. А ну как, вообще следили за борьбой с командной? Вы за немкой следили, когда вот сами толкали? Конечно, потому что я командный человек, и я понимаю, что у нас с немцами очень лидерство такое. То есть мы проигрываем, выигрываем одно очко, поэтому для меня было очень важно быть вслед за Кристиной Шванец из Германии, не проиграть представительнице Беларуси. Спасибо большое, поздравляем вас. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.